Саша, поздравляю тебя с этим результатом. Ну, поделись, какие у тебя впечатления от сегодняшнего дня? Да, спасибо большое. Ну, впечатления просто море, эмоции море. Потому что давно уже не стояла на пьедестале. Для меня это, так сказать, новый опять этап, новый уровень. Поэтому жизнь прекрасна. Как ты сегодня фехтовалась? Какой у тебя сегодня был тяжелый день? Вообще, какой из боев тебе больше всего понравился? Ну, наверное, самый тяжелый был бой с Яной Егорян. Самый напряженный и во всех смыслах, и физически, и морально. Вот. И, наверное, с ней больше всего бой понравился. Еще, конечно, был трудный с Викой, потому что он был первый, так сказать, такой для меня сегодня моральный. И вот надо было сначала его выстоять, и потом уже вот идти к Яне. Но с Яной больше всего понравился. Вернемся немножко назад. Лето, универсиада. Какие у тебя остались воспоминания, приятные, неприятные от участия в универсиаде? Ну, конечно же, приятные. Это такое событие. Корея, кстати, в первый раз там была. И вообще, как проводились сами соревнования, все было очень хорошо, все понравилось. Единственное, конечно, в личном соревнованиях я плохо выступила, но... Ничего, зато я реализовалась в командных, и, слава богу, мы второе место заняли. Могли бы, конечно, первое. Но это неудивительно, что Корея победила в Корее. Вот. Но там было хорошо. Расскажи, как готовилась к новому сезону и насколько он для тебя будет важный? Готовилась очень усердно. Уже с июня. У меня так практически вообще не было никакого отдыха. С июня мы с моим тренером проделали очень большую работу. Ездили в разные страны, и в Америку, и в Латвию, и в Италию, чтобы тренироваться. Вот ребята подготовили достаточно хорошо меня к новому сезону. Надеюсь, что он и так и будет продолжаться. В хорошем. Ну, так сказать, на первый этап в международный я не поеду. Это слишком дорого для моего города. Вот, но надо еще потом на турнире сильнейших себя показать. И возможно, что поехать уже на другие международные соревнования. Чуть-чуть поближе, чем Венесуэла. Вот. Спасибо тебе большое. Удачи в этом сезоне. Спасибо. Спасибо.